6 ноября 2016 года. Ютрабовский полигон. Дот сейчас был в кадре, и мы будем делать видео. Ранее назывался этот объект замок. Насколько я знаю, со слов участников группы «Алтыслагерь», для коих и делается это видео. Мы бывали здесь ранее. Я года 3-4 назад сюда приезжал на мотороллере. Летом была хорошая погода. Ну, как-то по-быстрому сфотографировал, обозначил свое присутствие здесь. И на этом более здесь не был. Ну вот сегодня получилась оказия. Случилась оказия. Собственно, я давно хотел сюда приехать. Ну и приехал. Вот мой транспорт. А нельзя попасть на крышу, на верхнюю часть. Я попал уже было. Был уже и в подвальном помещении. Вот это видно. Видно, это останки лестницы, которая вела на крышу. В подвал довольно большое помещение. Вот тут я в него попадал. Ну как попал, спрыгнул, да, потом вылез. Вот здесь было, видимо, лестничный пролет. Видно. Обойдем мы этот дот. О, кстати, нашел в этом погребе, чуть не сказал. В подвальном помещении брикеты рекорд. Тут даже, если присмотреться, можно прочесть, что это рекорд, а не что-либо другое. Сохранились, потому что там ни света, ничего там нету внутри, поэтому сохранились. Я вытащил, там сделал фото, здесь уже сделал фотографию, ну, естественно, попало в кадр и на видео. Да. Обойдем этот дот. Тут мы сейчас поднялись сюда по дорожке. Дорожка вот здесь асфальтированная. Довольно длинная, метров, наверное, 50 туда вниз она идет. Я по карте, на карте я укажу, где находится этот дот. Это верхняя часть, это уже в нашу бытность приделали. Как наблюдательный пункт был или вышка управления стрельбой, не знаю, не буду сочинять. Тут были перила. Вовнутрь мы уже не полезем с вами, там ничего интересного нет, кроме как помещения и эти амбразуры. Надписи тоже никакие не попались мне. Кроме там, по-моему, Саранск. И дембель, как всегда, в подвальном помещении на стене дембель. ДМБ, точнее. Год не указан. Это он на возвышенности стоит. Такая высота приличная. Я без навигатора, я не могу определить высоту, какая здесь, сколько над уровнем моря. Пасмурно сегодня, ночью был большой дождь, довольно большой. Ну, почва песчаная, спокойно сюда приехал на велосипеде. Ну, не так уж и спокойно. Больше на себе его тащил в гору. Да и с горы не очень-то по песку. Так что, кто захочет попасть сюда, имейте в виду, не так это просто. Я в сапогах резиновых. А да, и попутно я еще и грибочки собирал. Тоже одна из моих... одно из увлечений появилось. Вот мы обошли кругом. Конечно, буду рад, если кто-либо узнает, бывал кто здесь, какие-то истории с этим дотом. А нет, так нет. Вот мы уже обошли кругом. Пасмурно, я сказал, что был дождь. Температура сейчас, наверное, 8 градусов. Наверное, может быть, плюс-минус там 2. Вот здесь было... Видимо, ранее был вход на
в сам дот. Вот тут были ступеньки, скобы приделаны. Здесь я, кстати, и зашел по внутреннее помещение. Вот, в общем-то, и все. Качество, я знаю, будет не очень хорошее, деликатно говоря. Объектив поврежденный в этой камере. Ну, поскольку мы уже здесь, вот и видео мы сделали. Хорошо ли, плохо ли. Да, вот грибочки. Здесь маслята. В сумке не буду сумки показывать, что там, чего тут. Вот такие там сумки. Грибочки, боюсь сказать название. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. 6 ноября 2016 года, полигон Ютурбок 2, или Ютурбовский полигон. До свидания.